Марья Ивановна спрашивает у Вовушки: «А Вовушка, у вас окно разбито, это что, ты разбил?» Вовушка говорит: «Нет, это мама разбила, но виноват папа». «А как это?» Вовушка говорит: «Он присел, когда тарелка летела в его сторону». «Я тебя давно не видел, где ты был?» «В одной клинике, где избавляет от желания курить». «Но ты же только что курить выходил». «Это да, но я это сейчас делаю так неохотно». Лезть спать вечером 11 ночи или 12 ночи, разница небольшая. А вот встать 6 часов или 6 часов 5 минут, это разница большая. «Не такой уж и пьяный я вчера был. Дружище, ты подкатывал к своей жене, спрашивал, нет ли у нее мужика. Потом звонил сам себе и угрожал набить морду». Открытый космос. На орбите космическая станция. Около люка, пристегнувшись тросом, барабанит в стенку космонавт и кричит: «Открой быстрее, идиот! Что за привычка? Спрашивай, кто там?» «Мадонна, все только и рассказывают о твоем заливном судаке. Как ты его делаешь?» «Да очень просто. Иду на базар, покупаю треску, а потом всем заливаю, что это судак». Молодая жена говорит мужу: «Мне как-то никак не удается отвыкнуть от девичьих привычек». Муж говорит: «И не надо, продолжай брать деньги у папы». «Иссяк источник бытия. Нет смысла более существования бренном. Опять что ли холодильник пустой? Не поясничай, собирайся в магазин». Подписываемся.